Всем аньон, это по-корейски привет. Я рада вас видеть на своем канале Марьяна Карьяна. Мой блог посвящен корейской косметике. Сегодня будет обзор на бюджетный солнцезащитный крем на физических фильтрах от бренда Apyu. Называется Pure Block Mild Plus Sun Cream. В общем, из этого видео вы узнаете состав, посмотрите на консистенцию. В конце я поделюсь своими впечатлениями. Приятного вам просмотра! Вот наш кремушек от бренда Apyu, солнцезащитный. Он находится в таком тюбике приятного песочного цвета или персикового, не знаю, как правильно называется. В общем, тут 50 миллилитров. Не написано, сколько хранит после открытия, то есть можно до конца срока. До конца срока у нас до 2021 года, 9 апреля. В общем, тут все на корейском написано. Ну, а спереди название и для чего он предназначен, ну и там основные ингредиенты и так далее. В общем, мягкая кремовая текстура, 100% минеральные фильтры для чувствительной кожи также подходит. Ну, смотрим консистенцию. Откручивается легко, тюбик такой удобненький, выдавливается тоже легко. Наносим на руку. Крем такого белого цвета, в принципе, с приятным ароматом. Хоть тут есть и отдушка, но она приятная. Распределяется тоже легонечко. Ну, то есть не нужно его там прям втирать как-то. Вот, смотрите, не выбеливает совершенно. Правда, у меня вены что-то повылазили. В общем, не выбеливает, все отлично. Сейчас расскажу состав. В составе два физических фильтра. Это оксид цинка и диоксид титана. Крем содержит также множество полезных ингредиентов, среди которых экстракт персика, граната, яблони, липы, сливы, апельсины и вишни. Имеется два силикона в составе, но поры мне не забивает. Также имеется витамин Е, это антиоксидант, также экстракт листьев зеленого чая, экстракт алоэ, экстракт пихты, сквалан, экстракт цветков персика, липы, натрия гиалуронат, а также экстракт харитаки, мощный антиоксидант, эффективный себорегулятор и антисептик. В общем, состав довольно-таки, знаете, приличный такой, как для бюджетного крема. Так что, в принципе, он уже впитался, нет никакой липкости, жирности, вот, матирует. В общем, крутой крем, рекомендую. Пришло время подвести итоги. Данный крем однозначно стал моим любимчиком, поскольку за 6,5 долларов я его купила. Это вообще копейки для Кореи, как для солнцезащитного крема. Он хорошо увлажняет, при этом хорошо защищает от солнца. Использовала как в городе, так и на море. То есть за все лето у меня на лице не появилось ни одного пигментного пятнышка. Ну, хотя здесь защита всего лишь SPF 32. Ну, как бы не сильно большая, не забивает поры, не оставляет липкости, потом кожа не жирнится, впитывается вообще в ноль. Я осталась очень довольна. Ну, я его купила так, думаю, ну, может, понравится, не понравится. Состав бомбезный, куча увлажняющих, омолаживающих, антиоксидантных компонентов. Два физических фильтра, в общем, советую всем типам кожи, вы не пожалеете, что купите его, тем более он не выбеливает, как многие солнцезащитные крема на физических фильтрах. В общем, надеюсь, вам видео было полезным, если это так, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой инстаграм, а также на мой канал. Всего вам самого наилучшего, всем пока-пока!